Президент Реджеп Тайип Эрдоган продемонстрировал отменное чувство юмора на пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Праге. На вопрос журналиста о приглашении турецкого лидера президенту Франции Эммануэлю Макрону вступить в Организацию тюркских государств, сказал Эрдоган: «Он придет», так и сказал. Спросил, когда прийти, и что если придет после G20. Я сказал: «Приходи, но приходи вместе с женой. Наши жены хорошо ладят друг с другом, но мы с тобой никак не можем поладить». Накануне, после заседания Европейского политического сообщества в Праге, состоялась неформальная беседа лидеров стран-участниц саммита. В ходе беседы президент Эрдоган в шутливой форме предложил французскому коллеге Макрону присоединиться к Организации тюркских государств. «Макрон, присоединяйтесь к Организации тюркских государств, если желаете», — сиронизировал турецкий президент. Это предложение вызвало смех у стоящих рядом президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в это время стоял, хмуро уткнувшись глазами в пол. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.